Ну что ж, дорогие друзья, сегодня буду делать видео вам еще раз, наверное, третья видеозапись уже у меня будет. Так как обновить ваш Apple? Ну, у меня Apple 4 версия, старенький, я на нем опыты делаю постоянно. Так что начинаем от начала и до конца. И делаем так, ну, как я, например, что ли, чтобы не было у вас ошибок никаких. Естественно, вы не забудьте скачать программу 3 Tools. Правильно, надеюсь. Ну вот она. Вот, на, делайте перемен. Ну как, не переименовать, или просто вот напишите вот эту вот буквами. И у вас лучше всего с официального сайта сразу. Так, смотрим дополнительно, что у нас есть. Папка данных, это та, что будете, если у вас он окирпичится или еще чего-нибудь такое, чтобы у вас можно было полностью его скопировать и сделать по новой, чтобы вернуть его с этого же кирпича. Ну вот, посмотрим. Ну, у меня в данный момент не работает сим-карта, там все остальное. Ну, хрен узнает, я не знаю. Сейчас еще раз, пятый раз прощу. Что-то у меня сразу и связь пропала, и кнопка плохо заработала. Ну, наверное, он 12-го года, наверное, как бы уже пора уже старенький. Помирать ему уже надо. Ну вот, создаем на рабочем столе. Там вот он все есть у нас. Не напоминать больше. Окей. Ну вот он у меня появился. Почему появился? Так как у меня были дрова. Дополнение, что у нас здесь есть. Ну вот, он у меня сразу на русском. Так. Сейчас мы будем полностью разбирать его. Так, прошивки пока не надо. Так, включаю интернет. Так, устройство джейблокнуть. Но это то, что вы, например, не можете его сделать так, как, ну, ключи там или еще что-нибудь такое там, ну, короче, джекбэк сделает твой телефон, проще сказать. Так, это ваша внутренняя память, вот это вот будет полностью данные записывать. Здесь вы можете посмотреть все файлы, все ваши файлы, вот они, радио там, это все ваши файлы. Так, повторяем. Ну вот, видите, обновление такое довольно неплохое пошло. Ректоны. А, так, тоже неплохо. Обои. А, прошивки сейчас мы посмотрим. Так, инструменты, обучение. Так, ну, можете глянуть там, определиться, не знаю, чем-нибудь может и помочь. Так, обратная связь, загружать не надо, все это не надо делать, мне это не надо. Вот здесь русский, английский сразу, вот понятно, можете на английский и тут же сразу на русский. А тот, кто писал, не может перевести на русский язык. Вот они, прошивки. Они напоминают использовать USB. Да, USB не забудьте, чтобы у вас был. Как бы не тот, который заряжает, а тот, который специально прошивать, когда покупаете, не забудьте, чтобы взять этот шнур, спросить для прошивки, а не для зарядки. Они разные бывают. Ну, здесь вы можете его зашифровать там, ну и ты туда и туда и туда, 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 сюда. Короче, здесь много интересного, можете просто почитать.
Так, устройство. Так, ну это мы закроем. Зачем это нам? Что-то он полетел непонятно куда. Так. Не обновлять. Перенос. Инструменты. Так, здесь у нас есть инструменты, утилиты. Вот этот драйвер, вот этот удалять ничего не надо. Установить Tunis Utilities не надо. Вот драйвер, вот они все ваши, вот у меня они устанавливаются. Утилиты с версии не установлен. Но он у меня ни к чему. И вам тоже он ни к чему. Нажимаете драйвер. И он у вас вот эти все драйверки все устанавливаются. Tunis Utilities не надо делать. Работать конкретно. В данный момент они у меня установлены. Резервное восстановление, как можете сделать со своего айфона. Там можете то же самое все электроны добавить. Конвертацию там. Наверное, видео или еще что-то. Я не корректировал, не перегружал, вот очищал. Ну, мусор редкий раз сканирует он у вас. Тут он половина по-английски. О, блин. Надел кляр. Ладно, закрываем все вкладки. Так, ну что мы здесь делаем? Вот это новые, как я понял, у нас они новые. Это, да, это все ваши наши программы. Так, это, короче, я не знаю, что это. Как видите, он у вас все новые, новые, новые. Закрываем все вкладки. Вот он. Так, карты, войти, требуется обновить браузер. Так, карта. Короче, здесь надо все разбираться. Сообщество. Вот он, смотрите, форум даже не надо ничего никуда заходить, искать форум не надо, он есть. Ну что ж, он у меня определил сразу, какая у меня версия, 7.1.2 iPhone. Вот он сразу не обновился, а все, что он у меня есть. Так, флеш, это надо тоже читать, это уже здесь множественная вот прошибка сетевого подключения. Отвязать. Успешно отключен. Без потери данных. Активация. Ну, там сами разберетесь. Автоактивация. Без потери. Jack Blake. Настройки. Инструменты. Вот он, Blackjack у вас. Вот они, прошивки. Здесь вы выбираете, какой у вас iPhone. Ну, у меня старенький, древний. Мой модный iPhone. Да, почему говорил, что не надо обновлять 4.4s. Ну, можете сами посудить то, что здесь все разное. Можно айфоды, айподы, айпады и все остальное. В принципе-то Blackjack можете сделать, Blackjack-нуть его. Это еще раз говорю тем, у кого не можете подобрать ключи на него. Он чисто разблокируется и можете через каждой перегрузки у вас должна быть или
компьютер или ноутбук вы постоянно, вы пока не перегрузите, он будет у вас работать. Как перегрузите, ну сразу говорю, там слишком много программ, не все платные по идее, это, ну играть можете, если там iPhone такой планшет или еще очень большой, то есть, так как у меня четверка, там под микроскопом надо все гонять, смотреть, так что такие вот дела. Лучше всего возьмите форум, почитайте, это будет проще и меньше вопросов будете задавать. Так, что, поехали. О, прошивки, инструменты, что нам надо. Ректоны не надо, тут сами все сделайте. Так, что-то статус загрузить. Расширенная прошивка. Так, ну ладно. Я сейчас пока миссия попробую модема обновить, посмотреть. Ну и остальное продолжим дальше. Временно. Пока не ставим на паузу. Ну что ж, продолжение банкета следует. Вот смотрим, у нас какая моя прошивка, например, у вас совсем у всех разные. Так, ну что ж, я эту прошивку скачиваю. Вот, здесь у нас идет. Ну, теперь опять ставлю на паузу. Будет скачиваться, может долго, может нет. Ну, смотри, какая вот у меня скорость совсем. Ого, 1,5 мегабайта, ну уже быстро что-то. Хорошо с этого сайта долбит. Давно мне такой обалденной скорости не было через телефон модемный. Ну ладно, опять еще раз на паузу сделаю. Ну что ж, дорогие друзья, у нас скачка уже заканчивается. Вот. Сейчас мы будем дальше делать. Сейчас я еще раз повторюсь. Для тех, кто в эшелоне. Сейчас проверится. Все готово. Прошивка у нас есть. Все. Чтобы были у вас драйвера, обязательно посмотрите вот утилитаса, вот если исправить драйвер, установить тюнис утилитаса, если вам надо удалить утилитаса, вот они драйвера, нажимаете, здесь у вас будет показывать, какие есть драйвера, какие у вас нету, ставите и рестарт, короче, делайте драйвера. Это кто писал мне, что не может сделать драйвера или какая-то ошибка может быть у вас. Так, перенос данных, ну это то же самое, что с другого похожего телефона, который у вас есть. Резервное копирование, USB диск, это тот вот этот вот у вас будет, что в вашем телефоне фото, ну в принципе довольно неплохо. Ну что ж, поехали по прошивке. Начинаем обои и начнем расширенную прошивку. Что, посмотрим, где у нас, вот она, открываем. Так, ну что ж, телефон включен, работает, все работает в нормальном режиме, автоактивация, сохранить прошивку, ну и все, поехали. Дамы и господа. Начинаем что-то делать. Потом, когда он загрузится, он будет перегружаться через ДФУ.
Ну и опять на паузу поставлю временно, потому что долгая история будет. В конце включу. Ну что ж, дорогие друзья, прошивка уже как бы подходит к концу у нас. Не забудьте, еще раз повторяюсь, вам надо обязательно шнур, не тот, который с адаптером идет, а тот, который продается отдельно для прошивки. Плюс к этому длинный не надо брать, а просто простой для прошивки 30-метровый или 45-сантиметровый. В заднюю панель для задних портов, только не передних, чтобы не было у него перемычек никаких, а напрямую там будут 4 порта, USB порта, или такой, синенькую на 3, на синенький не надо, там USB 3 будет, а USB 2 обязательно. Вот, на переднюю панель не надо делать. Ну вот, видите, опять не получилось. Так, расширено, не получилось. Про подключение, сеть, нормальный режим. Ладно. Так, вместе с вами будем делать то же самое. Вот. Тогда мы сделаем по-другому. Вот эти расширенные брать не будем, множественные. Давайте вот эту. Загружен. Давайте здесь. Загоняем. Блокнот. Поехали. Посмотрим, что у нас дальше будет. Вот у меня телефон отключился. Так вот, как видите, стал он интеррекавери. Ага, пропал, нету его. Ага. Ну вот видите, как довольно неплохо прошивается. Посмотрим до конца. Сразу говорю, что он у меня был в данный момент убранный с Apple. Чистый он у меня был, по крайней мере, я удалил все, что, ну, короче, с нуля его сделал, сбросил на заводские настройки, сделал разлучку от Apple. Вот в данный момент. Ну и в принципе все. Поставил дальше на обновление. Ну, сразу говорю, что он у меня уже старенький. И как бы уже умирает он у меня. Ну, в принципе, в прошивку вы можете никуда не девать. Пускай остается она у вас. Еще раз говорю, что прошивать смысла нету. Например, 4.4S. Ну, в принципе, можете прошить. У него модификации, во-первых, разные. Там можем как бы перепрошивку делать на девятку. Пробовать там 9-я версия уже. И как бы у них процессоры совсем разные идут. Ну, вот так вот. Ну, может, у кого-то и работать будет, но я не прошивал принудительно. Это надо через рекавери прошивать его.
Вот. А, например, через TrueTools или Tunis Utilities она как бы, ну, не прошивается почему-то. Я как-то перед этими видео показывал, что, ну, не может никак прошиться. У меня три видео, кстати. Может, вы как-то неправильно набираете. Вот. Сейчас даже вот, где у меня тут, вот, посмотрим. Ну вот, смотрим. Вот она первая. Так, смотрим дальше. Ну вот она вторая. Ну вот на это все идет. Все они здесь есть. Ну да. В принципе, вот здесь вот все сюда идет. Надо. Это не туда. Что-то меня понесло не в ту сторону. Где там что-то по. Сейчас найдем. Так, это. Нет, это не то. Мне же. Подождите. Первое. Вот она вторая, это чё тут? Я прям. Ну вот все понял. Вот второе видео, то же самое, можете посмотреть. Вот даже вот видите, что я делал, что не получается никак с другой версии делать. Короче, у меня ничего не получилось вчера. Я как не пытался, так и, по-моему, не такие вот влазили. Смысла нету было. Что-то я пытался, что-то не помню, что-то даже ночью сегодня всю ночь просидел. Вот только вот такая наша прошивка. Ну, выше нету. Увы. Ну вот, как видите, второе видео у меня есть то же самое. Ну вот осталось маленечко. Чуть-чуть прямо маленько-маленько. Телефон еще пока неизвестно устройство. Еще раз повторяю, что 4S и 4 никак близко не может быть. Вам нужен шнур, это раз. Во-вторых, задние порты надо или только USB 2, чтобы не делать не на переднюю панель, а только задней панели, чтобы не было никаких переходов каких-то соединений разных, чтобы не было, ну, не было никаких там
разъемов больше, чтобы один там разъем, один здесь разъем. Ну, в принципе, и все. Так, ну что ж, я пока местную паузу сделаю временно. По окончании все покажу дальше. Ну что ж, дорогие друзья, не успел отключиться, уже как бы подходит к концу. Ну вот, в принципе, сейчас глянем, что у нас дальше будет. Самая концовка, самое интересное, кто писал мне, что 89 и все, типа хана. Та, значит, у вас много загрузки там, что-то, ну, что-то с памятью у вас. Так, ждем. Вот он партию он делает, очищает полностью. Кэш чистит полностью у нас. Все, дорогие друзья. Окей. Ждем теперь перегрузки. Он сейчас должен перегрузиться. Ну и в принципе и показаться должен. Не торопимся пока, ждем. Пока рельтоны посмотрим. Ну, здесь выбор довольно так богатый. Вот сейчас резет делает и перегружается. О, ничего мы не будем с ним делать. Довольно неплохие. Так, можно что-то можно выбрать. Ну вот, пожалуйста, заработал. Все чики-пуки на вертолете, все работает. Не знаю, что вы, может, что-то неправильно делаете. Но, по крайней мере, у меня старичок уже раз пятый, наверное, прошивается. Так что все нормально, загружено, все работает. Ну вот, затрещал даже, слышите? Правда, у меня майк почему-то пишет. Не знаю почему. Ну. Ну вот, hello. Здорово. Так, ну все, в принципе. Ну что ж, дорогие друзья, все. Теперь можно смело настраивать та же ваш телефон, все остальное, подписывайтесь. Ну что ж, если ошибки есть, еще раз задавайте вопросы. Может, что-то где-то, ну, придумаем что-нибудь. Можете это видео друзьям поделиться. Так же, как и в YouTube, ВКонтакте и где-нибудь там в Одноклассниках. Распространяйте это видео, и не только вот это видео, и то, что у меня есть, я показывал на видео. И так вы как бы поддержите мой проект. Он же, кстати, второй год, первый раз меня заблокировали, и сейчас опять что-то начинается мутатня всякая. Ну ладно, всем пока, до свидания, удачи всем, еще раз спасибо, до свидания за просмотр.